Привет, красотки! С вами Вероника, и у меня сегодня классная для вас тема, просто классная. Называется «Подготовка к родам». У меня осталось где-то меньше 2 недель, а точнее 1 неделя и 4 дня, и я почти уже и морально, и физически готова к этому. Ну, когда, мне кажется, все равно наступает такой момент, когда вот-вот похоже на что-то вроде началось, и ты такая: нет-нет, только не сегодня, прошу. Вот. А так у меня начался период гнездования, это когда все везде хочется убрать, почистить, что-то достать. Ну, по крайней мере, у меня это говорится в приложении. Поэтому я все равно все не смогу сделать, поэтому я прошу мужа. Вот. Сегодня бы я хотела поговорить по поводу покупок, которые мы совершали. Именно вот конкретно, которые нужны или наоборот ненужные. Вот. Первое, самое интересное, это коляска. Коляска была очень интересная история, очень смешная история. И она, мне кажется, вот просто, мне кажется, у нас ребенок родится, это будет вспоминаться вот до конца этих дней. Я все время буду вспоминать, все время будем смеяться. Так получилось, что коляску мы заказывали не с Питера. Мы заказывали с другого города, с какой-то там точки. Вот. И, то есть прям... Так кто-то скажет, ну да, в Питере колясок нет. Вот, нам нужна была такая коляска, мы ее заказали. В итоге нам прислали коляску. Мы, конечно же, не посмотрели в коробку, привезли ее домой, в коробке не оказалось большого колеса от коляски. Логично, что мы связываемся с продавцом и говорим: почему такая ситуация, что нет колеса? Там как так? Сфоткайте нам коляску без колеса. Конечно, мы сейчас его спрячем и сфоткаем, потому что, ну, как бы, нам же надо его спрятать, все-таки это колесо. Вот, в итоге мы, значит, сфоткали, отправили, все. Пришлют колесо. Ну, что вы думаете? Проходит еще неделя, нам присылают колесо. Я иду за этим колесо, и я приношу его домой, и я понимаю, что колесо не то отправили. Потому что колесо... Ну, от такой же коляски, но, видимо, фирма чуть-чуть другая. Я пишу: это что за фигня? Почему? Почему? Как бы не могут посмотреть, что за колесо, на что они отвечают. Продавцы нечаянно ошиблись. Возможно, это обмен. И... сейчас, то есть, когда до родов осталось совершенно чуть-чуть, и колесо до сих пор где-то еще идет, где-то оно еще вот вдалеке, где-то оно еще приплывает, оно должно было прийти вчера, но опять там что-то с курьерами, то есть, как бы, я считаю, что это вообще такая вот безответственность продавцов, и это просто шок, вот. Вот такая у нас история про коляску получилась, и она на этом еще не заканчивается. Я в следующем видео, возможно, расскажу, пришло все-таки это колесо или нет. А возможно, что придет опять другое колесо от другой коляски. Так, главное, не забываем пить водичку. У меня часто пересыхает горло, поэтому у меня водичка всегда с собой, всегда везде. Вот. Следующая покупка — это кроватка. С кроваткой вроде все хорошо. Не будем останавливаться. Кокон. Кокон — это у нас вот такой кокон. Специальный. Он брался... такого вот красивого цвета, он брался вместе с подушками, подушки для кровати, вот. Кокон, я считаю, что он нужен вообще, мне кажется, просто куда-то с собой нести, там пошел в зал, взял кокон, положил туда ребенка, или, например, укладывать, чтобы не на руках укладывать, так будет сложнее там ребенка положить, допустим, он расплакался, а вместе с коконом уложил его внутри и положил на кроватку. Мне кажется, это вообще классная идея, очень удобно, просто и практично, вот. По поводу стерилизатора, это вообще такой спорный вопрос, стерилизатор для бутылочек, мне кажется, это вообще просто смешно. Я сразу до этого прочитала много тем, но вообще у меня было само уже такое мнение, чисто от себя, то, что почему не взять обычную кастрюлю, не налить горячей воды, точнее подогреть воду, все спутала, и простерилизовать бутылочки. Мне кажется, это просто удобно и никакая трата денег. Это просто, я считаю, что стерилизатор, по идее, он и не нужен. Просто ненужная вот на самом деле вещь. Но это чисто мое мнение, но мне кажется, что в основном вот по советам все говорят, что он в основном не пригодился. Как бы, я думаю, ничего сложного нет, взять кастрюлю и прокипятить внутри воду. Вот. Детская одежда,
Я в каком-то видео своем, где выкладывала по поводу сумки в роддом, что я внутри собирала, там можно будет вам посмотреть, кто еще не смотрел, переходите, там вот именно про какие бутылочки я рассказываю, пустышки, там салфетки, ну вот все, что нужно, я собирала в роддом. Да, собирала. Вот. Из детской одежды мы взяли в роддом бодики. Бодики я взяла как вместе с царапками, так и уже совмещенные, и просто летние на всякий случай. Ну, летние я взяла две штуки, я не знаю, пригодится или нет, но дома в любом случае пригодится, как бы, чтобы не жарко было, и все удобно. Также слипы. Слипы на кнопочках, на клепочках, тоже вместе с рукавичками и вместе с ножками, потому что отдельно я не вижу смысла, потому что они все-таки маленькие. В животе они привыкли как бы у нас жить, и им приходится на свободу, они начинают шевелиться, еще что-то делать, им нужно вот это вот спрятаться. Вот. Вот. Еще понадобится домой вам, уже домой, именно ванночка, никакая не горка, а ванночка и желательно с термометром, потому что горки это не очень удобные, и некоторые, кстати, используют вот эти вот круги надувные, как плавать, одевают на ребенка, это вообще небезопасно, я поэтому тоже уже узнавала, читала, то, что как бы он плавает немножко, он может вот так вот наклонить голову и... Так, водичка, то есть это небезопасно. Вот, разумеется, не забыть, конечно, вещи на выписку для мамы и малыша. Вот, это все подготовлено. И самое интересное, это я все отложила на первое число, так как ПДР у меня стоит на 8-е число, это майские праздники, шашлыки, все дела, может, на 9-е. Вот, я решила все сложить 1-го числа. У меня все подготовлено, все лежит в комодике, вещи все висят, то, что с собой надо взять, вот. Поэтому я решила оставить все на 1-е число, говорю, уже не буду позже держать, чтобы все упаковать, сложить и все. И только вот вдруг что, там все взять в сумки и помчаться на битву. Вот. А так, да. И, конечно же, разумеется, потом я выложу видео, когда уже там мы подрастем, родимся. То, что мне понадобилось, что мне не понадобилось, какие вещи вообще остались лишними, потому что некоторые мне начинают писать, вот, ты так много там всего положила в эту сумку, зачем там тебе вот что-то дадут, что-то не дадут. Я говорю, у меня все по-другому. Я говорю, я сложила то, что мне нужно. Дадут хорошо, не дадут, у меня есть. Я говорю, лишним там ничего не будет. Что-то останется, привезется домой, также будет дома использоваться. А пока, если есть кто-то среди беременных, я желаю удачи на родах. И себе тоже желаю. Вот, я надеюсь, это не последнее видео, потому что у меня еще есть кое-какие дела, успеть до праздников сделать. Вот. Смотрите мои следующие видео, подписывайтесь на канал и пока-пока всем, мои красотки!